Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. Профессия врача является одной из старейших в мире. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека, при рождении младенца, непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний. С 2020 года медики оказались на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19. Без того напряженные будни врачей превратились в настоящую борьбу с этой болезнью и за жизнь людей. В Верхнеуральском районе чествование медицинских работников прошло 16 июня в городском доме культуры. Выразили слова благодарности за их неравнодушие и самоотверженный труд глава муниципалитета Сергей Айбулатов и главный врач районной больницы Наталья Кузякина. Благодаря нашим совместным усилиям Верхнеуральское районное здравоохранение считается одним из лучших не только на юге Челябинской области, но и, наверное, во всем сельском здравоохранении Челябинской области. Не случайно нам было доверено в сложный напряженный период, это фактически как война, да? То есть на юге области мы с честью справились с ковидом и вылечили не только верхнеуральцев, но и соседей. Собственно, как мы и всегда делаем. В трудный период Верхнеуральск всегда является опорой, в том числе и для соседних муниципалитетов, и не только в здравоохранении, но и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Потому что Верхнеуральск традиционно это исторический город и некая базовая история на юге Челябинской области. Мы этим очень гордимся. Спасаете жизни, кому-то помогаете родиться, появиться на этот свет, кому-то достойно уйти, кому-то дальше продолжать жить. Я вам очень благодарна за вашу преданность профессии, за то, что какие бы времена у нас ни были, вы остались верны этой профессии, остались верны людям, остались любить медицину и служить ей. Поэтому поздравляю вас с праздником, с вашим праздником, мои дорогие, уважаемые, любимые. Еще раз я вас поздравляю. Почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня наградили отличившихся сотрудников медицинских учреждений нашего района. В фойе была организована фотовыставка, рассказывающая об истории верхнеуральской медицины. Свои творческие номера виновникам торжества подарили учащиеся и педагоги Верхнеуральской детской школы искусств и артисты городского дома культуры. Среди них почетный гражданин Верхнеуральского района 2019 года, участник вокально-инструментального ансамбля «Виниловые острова», врач УЗИ с многолетним опытом Олег Лобарешников. Олег Геннадьевич является не просто высококвалифицированным специалистом, но и человеком с большим открытым сердцем. Всей души поздравляю вас с нашим профессиональным, а по сути общенародным праздником. Желаю всем здоровья, счастья, любви, мира и уверенности во всех нас, чтобы мы всегда знали, что рядом надежные друзья, коллеги, на которых всегда можно положиться и совместно сделать большую нашу работу. Непонятно мне, что происходит. Столько дней мелкий дождь морозит. Старый друг, как пою, не приходит. И мне некого больше спросить. Повышается сахар в крови, но любви почему не хватает, никому не хватает любви, но любви почему не хватает, никому не хватает любви. Люди.
людей в белых халатах невозможно переоценить. Они каждый день спасают человеческие жизни, забывая порой о самих себе. Хочется пожелать медикам Верхнеуральского района крепкого здоровья, семейного и материального благополучия, как можно меньше тяжелых случаев в работе и удачи во всем. Веру несет нам участливый взгляд, белая шапочка, белый халат. Люди, что трудятся в белых халатах, добрые рыцари в солнечных латах. Наши врачи идут первыми в бой с трудным недугом, с болезнью любой. Вот почему так прекрасен наряд, белая шапочка, белый халат.